Всем доброе утро. Красота какая у нас, смотрите. Сегодня как-то совсем прям жарко. Утром даже я как-то выходила на работу. Сразу заметно было, что жара будет сегодня. Ветра нету, хорошо. Ну что, я уже поработала. Отправляюсь сейчас домой. Мне на этой неделе должны были привезти заказ. Вот. Чарли Бинго, сувы. Батарейка садится. Ну, краски, мураски. А сейчас пишет этот вот, кто там, поставщик. Говорит, доставщик, этот курьер был 5 раз у тебя, и тебя не было. Я такая, в смысле? Во-первых, они всегда звонят, потому что они не хотят подниматься к нам наверх. Здесь очень тяжело со всякими этими грузовиками, очень тяжело подниматься, поэтому они всегда звонят и говорят, о, к вам трудно подняться, давайте где-нибудь встретимся. Во-вторых, я на работе. Я говорю, что-то, говорю, ни одного звонка не было, ничего, никого. Я говорю, а потом думаю, может быть, говорю, они в понедельник приезжали? В понедельник у меня это выходной. Так-то почему они все опять не позвонили? Вот. Ну, я ему пишу, он такой, ой, ну ладно, сказали, что во вторник попробуют привезти. А я уже, знаете, думала, праздники, все дела. И вот, поэтому так, такая задержка. Не знаю, что произошло, на какой адрес не что возили. Сейчас женщина одна была, такая хорошая женщина. С Мадрида, как они доехали, не знаю. У нас же, знаете, передвижение-то между, как бы это сказать-то. То есть она живет не то что в провинции, а... В общем, нельзя было им приехать сюда. По идее, по закону. Она приехала. Да приезжают все. Хотя в эти дни много контролей. Я сейчас вот ехала сюда. Прям контроль за контролем был. Правда, не знаю, что они там проверяют. И вот она такая довольная ушла. Прям страсть. Прям все такое, ой, если бы я жила здесь рядом, я бы к тебе каждые 2 дня ходила. Вот буду приезжать, они здесь купили дом, квартиру, не знаю, как это назвать. И... Типа, не успели, говорит, насладиться, потому что началась вся эта фигня. То нельзя, то можно, непонятно. Зашибись, я еду, выворачиваюсь. Ой, блин, одной рукой. Шумахер. Чарли, тукиасы саки. Тирапатрас. Транс, патрас, патрас. Нельзя впереди. Мало того, что он у меня не привязанный, так еще и... Сидит там, надо ему окошко открыть. Сейчас буду готовить мидии и быстренько вам расскажу, как я сделала. У меня здесь 1 кг мидии, ну меньше, потому что их почистили, там 3 штуки, по-моему, они плохие уже это. Сегодня утром мы их почистили. Здесь, значит, лук и перчик. И обжариваем лук и перчик. Когда лук обжарился с перцем, добавляю туда вот... Свежие помидоры перетерты и вот такой соус томатный. Блин, свинья. Чтобы опять все это пожарилось. Вот так. И поджариваем еще. После того, как все это поджарилось, вот, я добавила лавровый лист. Соли не добавляем. Воду. Довожу до кипения. Чтобы закипело у нас все это. И высыпаем наши ракушки. Мешаем немножечко. Закрываем крышкой, чтобы они у нас все открылись. Закрываем кружечкой. И минуты 2-3 барим. В конце
добавляем петрушечку. Мидии готовы. В томатном соусе выключаем. И подаем. Кстати, пока я тут снимала, я уже почти салат забахала. Здесь у меня креветки, здесь у меня все, картошки, яйца, все на свете. Порезала своим вот этим чудо-юдо-аппаратом. Вот. И все, потом останется майонезом заправить. И готово. Добавить оливки. Ну, в общем, довести до ума. Смотрите, как красиво они выглядят. Тряпка. Кстати, из этого соуса можно завтра готовить рис. Паэлья типа того. Я обожаю мидии. Я вообще все морепродукты обожаю. Смотрите, какие они вкусненькие. Моя рыба остается дома. А мама сейчас пойдет гулять. Оставляю ему телевизор. У нас тут соседи уже, у них праздник, у них музыка вовсю орет. Но они быстро успокоятся, у них дети маленькие. Вот, я уже сделала салат с гамбами, с креветками. Уже сделала яйца фаршированные, что ли, или как там. В общем, потом приду вам вечером, все покажу, о чем и как. Вот, так что время для прогулки, надо растрястись маленечко. Но что-то мы не привыкли кушать, поэтому надо аппетитно гулять. Вот так вот, друзья. Тусня какая здесь. Видели? А это очередь за едой. Здесь готовая еда. Ну, как сытная лавка. Готовая еда продается. Для тех, кто сильно занят, наверное, покупают еду на ужин. Там, кстати, вкусно готовят. Вот так вот, друзья, тусуются. И это еще мало, потому что, ну, запрещено, там все дела, опасно. Вот. Но молодежь тусуется. Песни поют. Отмечают, в общем, Рождество. Я тут присела. Знаете, что вам? Поболтать с вами. Ой, что-то жопа, что ли, сыра. Не пойму, жопу намочила. Жопу намочила.
В общем, знаете, смотрю многих блогеров, и они такие рассказывают с такой твердой уверенностью, что испанцы не отмечают Новый год, что я просто, мне как-то смешно становится. Испанцы, которые отмечают все, даже шевеление, там, я не знаю, травинки, и тут не отмечают Новый год, но это в принципе нереально. В принципе нереально, потому что Испания – это страна праздников. Здесь отмечают все. А вот солнце взошло, они уже отмечают. А тут бац, Новый год, и они не отмечают. Это в принципе невозможно. Вот. Но я так думаю, что это те, говорят, блогеры русские, которые живут... Но имеют общение только с русскими. И не знают о том, что на Новый год в каждом отеле можно кроме ужина, можно зарезервировать дискотеку после, которая начинается где-то с 12:30. То есть можно купить отдельно билетики, так скажем, на ужин и потом уже на дискотеку. В дискотеке вас... развлекает. Это вообще, это в каждый отель делает такое, как бы, как это, они зарабатывают на этом. Если не на Новый год, то где? Даже открываются другие залы, которые весь год закрыты, они открываются именно на Новый год, и там диджей, там выпивка, обычно это безлимитная, например, билет там стоит, я не знаю, от 60 евро и выше, в зависимости там от крутизны отеля и крутизны диджея, вот, и развлекаловки, там конкурсы, там так, и причем это продолжается все до утра, утром тебе дают шоколад с чурросами, и ты все, иди домой, поел, попил, иди домой, спи часов в 9-10 утра, то есть это не там какой-то праздник там на 2 часа, нет, они ужинают, и вот потом начинается все веселье, да, не как у нас, не поел, поплясал, нет, там сначала ужин, а ночью уже просто коктейли, там что хочешь, выпивка, ну, в зависимости от твоего финансового состояния, но где-то в середине ночи могут предложить кальдо, это бульон, такой сытненький, чтобы ты согрелся и все такое. Слышите, как, кстати, стреляет вот эта вот пугалка для Чарли? И это вот в каждом отеле можно зарезервировать. Но, естественно, русским не интересно с испанцами. Потому что, во-первых, те русские, которые общаются только с русскоговорящими, они не понимают, о чем идет речь. Им не весело. Им весело вот своей компании. И поэтому они так говорят. Испанцы не отмечают. Если вы как бы с испанцами никак не пересекаетесь, то это еще не значит, что они ни хрена не отмечают. Также идут на елку, вы знаете, поужин. Да, у них здесь, знаете, как Рождество и Новый год, это вот два праздника огромных. Рождество – это более семейный праздник, он отмечается в семье. Едят, ужин там, причем если пара, то они на Рождество идут к одному, к одним родителям, а на Новый год идут к другим родителям, чтобы никаким родителям не было, как бы сказать, так обидно, да? Вот, ужинают на Рождество, и вот просто семейный праздник, потом они либо поют те же самые песни, как бы сказать, я была пару раз на Рождество у сестер, но мне такие гулянки не нравятся, и тогда я еще не знала особо языка, не была особо с ними знакома, и поэтому, конечно, я бы тоже могла сказать, испанцы не отмечают, потому что я с ними не была. Вот, вы просто посмотрите мое видео Рождества прошлого года, и вы сами увидите, что как это не отмечает, если мы тусили на Рождество. На Рождество тусили чуть ли не до утра, а на Новый год это будет больше праздник, чем Рождество. Там вообще очень весело. У нас даже родственники, у них есть дискотека, и вот они там открывали пару-тройку годов, новых годов. То есть все ужинают где-то до 12-30, а потом... идут вот на это вот развлекательные, как говорится, мероприятия. Поэтому, когда они говорят, что испанцы не отмечают, это уже с испанцами, это уже не про испанцев. Потому что испанцы отмечают все. Вот они все. Здесь страна праздник, здесь больше праздников, чем рабочих дней. Поэтому, когда говорят, не отмечают, я говорю, в какой Испании вы живете? Вот. Ой, так уточка там купается. Прикольно. Нырнула как-то. И где она вынырнет? Даже не знаю, где она вынырнет-то. Смотрите. Вот она, еще одна. Это утка или что? Утка, да? Селезень. А, вон там купается. Опять нырнул.
Может быть, парочка. Обычно утки в море-то как бы не очень плавают, да? А вот эти ежики. Еда на паэлью. Сейчас наловлю и понесу. Вот нам и ужин. Поэтому, когда я слышу это все, я говорю, вообще не понимаю, как это так не отмечают. Еще как отмечают, еще как пьют, еще как вообще тусят. Причем, говорю, я когда приехала здесь, знаете, тусила, блин, до 12 дня. Здоровья-то было много. Ух, сила-то какая была. Это сейчас мне ночью, как бабушке старенькой, надо поспать. А раньше мы, блин, знаете, как зажигали. И вот утром мы шли пить шоколад с чуросами, я потом спать. И все. Вот. И причем, знаете, много раз слышала, вот испанцы не отмечают Новый год. Они здесь отмечают, я не знаю, что отмечают. Восход солнца, не будут отмечать Новый год. Да ладно, это точно не про Испанию. Такая погода классная. Расстегнусь, потому что же... Ой, я забыла в Инстаграм снять сторис. Так что сейчас вот все, отправляюсь домой. Слышите, стреляют? Пугалка эта, блин, задолбали. Потом Чарли мой дома. Корре, корре, кабайто. Башатки выгулять пришли. Я уже тут вымыла гору посуды. Достала рыбу. Но это будет муж делать, потому что... А, я чайник хотела, чай попить хотела. А вот, потому что вот соль ему приготовила, что он там хотел, лимоном ее там, ну, в общем, что хочет. Я смотрю, она большая, нам одной будет за глаза, вторую я заморожу, потому что это просто нереально. К тому же у меня будет, я сделала, ну, потом, ну, ладно, сейчас покажу, смотрите, я сделала вот такие яйца, чиненые, фаршированные, не знаю, в общем, я хотела сделать салат из... печени трески. А потом подумала, думаю, что салат? Вы знаете, у меня муж, он салат, если бы такой не ел, типа печень трески. Ну, там вообще, не знаю, я ему не буду говорить, что там печень трески, зачем. А вот так чиненые яйца, они едят. Чиненые или как фаршированные, не знаю. В общем, я сделала желток, баночку вот этой вот печени трески, лук, нарезала сыр, все нарезала, ну вот эта вот резалка новую, которую я купила, так классно, он там все порезалось, все так чики-пуки порезалось, с майонезиком все смешала, вот, и вот в эти вот в белки запихала, и все, и получилось прекрасное блюдо, смотрите, вот так, немного недосоленое. Ну мы сейчас, знаете, как это все исправим, при помощи гималайской соли розовой, вот так сверху. Вот так сверху чики-пыки. И будет это как бы, как будто так и надо, задумано. Я вообще, знаете, все недосаливаю. Поэтому у меня всегда все недосоленое. Я не люблю пересоленную еду, не люблю перченую еду. Я люблю чувствовать вкус еды, а не так, чтобы все перченое было еще какое-то. Вот. Вот это у нас одно блюдо будет. Потом я сделала салат. Вот этот с этими. Конечно, салата, блин, на неделю хватит, друзья. Это трындец какой-то. Тоже нарезала шайтан. Ну, у меня все шайтан машины. Вот этой вот машинкой. Салат, конечно, нереальный. И смотрите, как хорошо порезано. Все одинаковыми этими. Ну, блин, тут нам на неделю, как говорится. Тоже очень вкусный. Кстати, рецепт этого салата у меня есть на канале с креветками. Плейлист рецепты, и там все найдете. Хамон, тортик у меня, вот чизкейк. Чизкейк. И уже мы уже покушали. Попробовали, очень вкусный. Но не презентабельный. Ну, с лица воду не пить. У меня бабушка так говорила. С лица воду не пить. Это к тому, что если вы уж вдруг замуж или женитесь на не очень симпатичной персоне, то ничего страшного, главное внутренности, а не характер, ой, а не лицо какое-то там красивое, страшное
Мы вообще для каждого, как говорится, по-разному страшные. В общем, вот такое у нас меню будет. Ну, потом я вам еще покажу наш стол. Вот. Так что сейчас прошу. Когда вас оставить пескаду? Ой! ¿Cuándo vas a hacer pescado? Hemos dicho a las 9. Pero si has dicho a las 7 luego. A las 8, ¿qué hora? A las 8, a las 7 y media, venga. Vale. В наушниках. ¿Qué? Ya muy pronto. Vale. В наушниках сидит, приходится вот так вот делать. ¿Quiere hambre? Yo no. ¿Dónde? Yo me voy a tomar un té, ¿quiere? В наушниках не слышит. Вот, чтобы я всякую музыку слушала, в Ютубе сидела, человек сидит в наушниках. Тогда рыбу отправляем назад в холодильник. Чё её так рано достала-то? В общем, вот такие дела. Идут прекрасные запахи со всех щелей. Ну все, у меня, в принципе, посуда чистая. Сейчас ее она немного стечет, вытру и... распределю, чтобы, знаете, завтра проснуться и не было... Я, знаете, больше всего ненавижу после праздников Новый год, Рождество, день рождения. Больше всего я ненавижу вставать на следующий день и видеть, например, неразобранные столы, грязную кухню, грязные полы. Ты и так с похмелья, у тебя и так все болит, а тут еще грязь кругом. Фу, вот это я терпеть ненавижу. Я люблю... Ну, это раньше, когда я того... Вот, то это, вот проснешься, и так голова чумовая, кажется, что ты такая грязная, хочется, пойдешь сначала в душ, заходишь на кухню, а там гора этой посуды, мама дорогая, поэтому, не знаю, в привычку уже вошло, чтобы все было чисто, чтобы утром встать и нормально позавтракать, и чтобы день начался нормально. Пишите в комментариях, у вас тоже так, или это может быть я одна такая. Ладно. Что это? А, я пришла посуду помыть и приготовить все это. Ну все, чай сделала. Все, пойду дальше в Ютубе сидеть. В ТикТоке даже больше. В Ютубе что-то видео никаких интересных нет. Так что приходится в ТикТоке сидеть. Короче, рыба уже в духовке. Ее просто внутренности мы положили лимон и засыпали крупной солью и немного водой. Полил муж, чтобы соль стала вот каменная такая прям. И все. На 220 градусов на 40 минут в духовку. И я делаю соус. Здесь чеснок, петрушка. И надо именно вот так. Не это, короче, не всякими аппаратами, а именно вот так вот надо ее. И соль добавила. Соль обязательно, потому что она помогает, ну, чтобы, видите, сок весь вышел. И было так вкуснее. Ну, я уже, короче, подолбила ее так. В кашицу превратила. Сейчас добавлю оливковое масло. Вот, и все это перемешаю. И вот такой соус у нас будет к рыбе. Так вот. В принципе, в Меркадоне он уже готовый продается. Тоже прям натуральный. И все. Потом вот просто рыбу вот этим соусом поливаешь. И это очень вкусно и полезно, потому что здесь только петрушка и чеснок. И все, и соль. Ну и, естественно, оливковое масло. И вот так надо немножко растереть, чтобы все это... Видите, он даже белеть начинает, соус. В общем, такой вкусняцкий соус. Я уже нарезала. Хамон достала, вот. Сыр вот этот положила, который внутри там это джем и хамончик. Вот так красота. Рыбу смотрим, какая она там. Только каменная стала. У нас там король разговаривает, а мы тут вот занимаемся.
Друзья, ну вот такой вот у нас скромный стол. Рыба, ну это понятно. Чья, да, все косточки. Сейчас соусом будет. Вот мои яйца. Хамончик, в общем, салат, винишко, король, Чарли. Что еще надо для счастья? Всех вас с праздником еще раз. Но мы пошли отмечать. Ой, а что у меня на голове? Наверное, красивая. Вот, пойду сейчас умываться, надевать красные трусы. И будет не только удача в этом году, и ничего больше, чего я вам желаю. Всего самого лучшего. И встретимся с вами завтра. Всем пока-пока. Чарли, скажи всем пока-пока. Скажи, мы пошли кушать. Вот, король, пожалуйста. Естественно.